Привет, танкисты! Рубрика полезная. Я сейчас немного газанул со светофора по мокрой дороге и что-то ощутил дискомфорт. Начал разбираться. Система динамической стабилизации у меня выключена была, оказывается. Посмотрите, какая штука. Если мы включаем экспертный режим, подтверждаем его. Здесь в спорте мы поездили, допустим. Я когда-то включал, что-то тут переключал. Вот попереключали, опять выходим из системы. Спорт, да, там всяких закрыть. И смотрите, система динамической стабилизации off у нас остается. А вы даже об этом и не знаете, потому что вы на дороге включили, выключили. И вторая фишка, когда мы кнопкой переключаем, допустим, систему динамической стабилизации, тут только два режима. Какой-то затемненный на off, то есть неактивное типа, и off активный. А где он? Он нету. Что за ерунда, кто знает?